Кировские ворота испещрены пулями в 48-49 году. Сионская гора. Тут будет синагога. Буду смотреть синагогу. Царь Давид. Отбили. Нас отбили арабы. Сионская гора – это памятник царю Давиду. Вот здесь похоронен. Здесь синагоги. Поэтому вот это помещение на втором этаже, куда мы с вами сейчас поднимемся, не от церкви, не храм. Я даже не говорю, что она там занимается головной уборкой. Ну, да, да, говорит, здание, где была тайная вечеря, Лосан. Мост. Все один в один. Помещение, где, говорят, происходила тайная вечеря. Была церковь, переделана как мечеть, но мусульманы ее забрали. Слава Богу. Сионская гора. А гроб стоял для того, чтобы сказать, вот он. Царя Давида. Царя Давида. Касаюсь гробницы царя Давида. Гробница царя Давида.